Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня забор всех наград с Battle Pass. Я его собрал уже у себя здесь. Посмотрим, какие плюхи и что мы в итоге получили. Так, забираем. Вроде все, сейчас еще плюшечки заберу остальные. Коллекционера я показывал, коллекционер просто офигеннейший. Хотелось бы, чтобы такой коллекционер был хоть когда-то на русском сервере. По 300 камней, по сути, за ролл ЗПшек, это реально круто. Так, настолочка. Сейчас еще заберу плюшки. Little Help мы забрали вроде все. А, не, еще здесь, нифига себе, как это я забыл. Кстати, надо будет зайти на там на тестовом аккаунте, тоже посмотреть. Ну, тут ничего не поменяли. Так, окей. Забираем первую порцию плюх. Так, что у нас есть? Это у нас плюхи задано. Ну, в принципе, относительно неплохо. Ремка, воодушка, пыльца, которая нужна будет в дальнейшем. Расходники. Ну, герои, которые здесь стоят копейки. Как обычно, как всегда. Можно собрать за мелочь, но я показал вам турецкий сервер, где просто в 3 раза дешевле все это. В 3 раза, блин. И такие же плюхи. Так, окей. Поехали. Делаем quick upgrade. Все, вот у нас максимальный левел по плюшкам. Некрос скин. Ну, скин этот есть уже. Мне он с донатом не нужен. В принципе, он недорогой получается, но если учитывать, сколько плюх мы получим за этот донат, это реально круто по сравнению с простой покупкой данного героя, это реально очень выгодно. Так, ну поехали, сейчас соберем полностью все плюхи и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Так, Некрос. Это оно как-то раскинуло. А это, наверное, первая порция. Странно как-то. Такс. Некрос, скин. Итемы. Ой. А, у нас заполнены, ребятушки. Нифига себе. Сложились. Так, сейчас я пооткрываю. Не хватает места вот так вот, чтобы все забрать. Поехали на второй заходик. А, знаете, что не можем забрать? Потому что у меня дофига кулаков. Так, что там мы можем такое интересное забрать? Надо книг. Наберем книг. Остальные расходники вроде у меня есть. Я когда-то был купил 50 тысяч книг. Вот смотрите, практически они разошлись. Я докачал еще супер питомцев. То есть 50 книг как минимум надо на прокачку супер питомцев. Я думаю, что за фигня, что не можем забрать. Так, поехали за второй порцией плюшек. Ой, да, я зашел. Так, так, отлично, все, теперь забрали 1680 перков. Ну, перки, в принципе, я использую, мне они нужны для покупки сундучков со скинами, потому что у нас на английском сервере с этим проблемы, и реально печально. Так, для питомцев еще коробочки с чарами, в принципе, неплохо. Коробки такие.
восьмые эмблемы и сошки там у нас тоже. Сейчас посмотрим, что в итоге мы получили. Сколько чего. Такс. Такс. Давайте пооткрываем эти сундучки, чтобы они не валялись. Места не занимали. Не хватает просто тупо места. Я офигею. Это из-за того, что я начал качать. А вот. 6 штук. Водушка. Гнев, исцеление, сой, пак. Ну, я считаю, реально очень круто, если учитывать то, что вы только начали, вы там минимум донатите, реально плюхи в батл пассе классные, и его стоит забирать. Это самое выгодное, одно из самых таких выгодных вложений с донатных акций. Так, 5 сундучков, недомогание, необузданное, метеор. Ну, такое себе. Так, что там у нас еще оттуда падало? Это уже плюхи не оттуда, мы их тоже сейчас пооткрываем. Мешки. Питомцы 150 штук. Где они взялись, даже не знаю. Ну, у меня питомцы все уходят на прокачку суперпатов, потому что перестали давать эссенции синенькие сущности питомца. Ну, у нас, по крайней мере, на английском сервере, на других некоторых дают. На немке, например, дают. Кстати, надо сейчас сбегать на немку, посмотреть, что там за плюха. Мы забыли утра забрать. Такс. Это итемы, это можно продавать все. Так, вроде с такого все пооткрывали. Давайте еще эти эмблемы пооткрываем, чтобы места не занимали. Седьмые, семерки, восьмерки, четверки. Эти я пока коплю. Карточки пришествия. Куча-куча всякой фигни у меня здесь на аккаунте. Непонятный лабиринт. Так, есть, забрали. Так, ну, в общем, такие вот плюхи. Побежали, сейчас бегаем еще на твинка, глянем. Там тоже, по-моему, забыл забрать с акции. Ну, я эти продаю. Вяжки, потому что только место занимают. Так, поехали, сбегаем еще на твинка. Забежим. И посмотрим, что у нас делается на немочке. Забирал, не забирал. It'll help. Ну, на других серваках нет. На английского плана эта тема есть. Так, ну тут можно, кстати, тоже заролить за ЗП-шки. Так, ангел есть. Вообще что-то быстро мы все собрали. Раз, два и все. Ну, по 300 просто на халяву отдали. А, так, настолочка. О, возможность получить бугимен, ребята. Вот просто на изи вытаскивается здесь. Ну, мне он, конечно, здесь не нужен, но в принципе неплохо. Так, Little Help, идем, зайдем. Я не помню, забирал. Да, забирали мы все-таки здесь. Нифига себе. Нифига себе. Вытащили имбу. Просто практически на халяву. Так, питомцы. Вот такое, расходники арены. Ладно. Поехали на немецкий сервер. Посмотрим, что у нас на немке интересного есть. Так, такой вот коллекционер. Нифига себе, за Валентину. За Валентину дают розу 20 монет. Вообще обалденно. Реально очень круто. Пират. Что за монетки здесь? Ну, монетки тоже хранителя. Можно вытащить скин. Блин, прикольненько.
процентов. Бля, вот не знаю, вот здесь просто тупо прет. Посмотрите. Еще и барда вытащили. Первый осколок, ребятушки, начало есть. Реально осколки на немецком сервере падают очень круто. Так, вот эту акцию надо забежать, мы ее не забрали. Так, отличненько. Девятого таланта 20 штук. Как вам такое? Вообще отлично. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Ну, не знаю. Battle Pass, конечно, хотелось бы, чтобы они немножко поменяли. Они его поменяли, но все равно не так. То есть они поменяли просто некоторые награды. В прошлый раз была ремка. В этот раз поставили СО. Ну, однозначно, плюхи классные, если взять все полностью вместе. Для аккаунта это очень выгодное вложение. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.